Пока ученики гимназии разыгрывают партию в настольный теннис, здесь происходит подготовка к закладке капсулы времени, которая посвящена строительству дополнительного корпуса на 250 учебных мест. Начало строительства корпуса школы намечено на летний период. По словам директора Видновской гимназии Татьяны Анашкиной, благодаря новому зданию школа не только сможет разгрузить большие классы, но и значительно обновиться. Там будет 4 первых класса со спальнями, игровыми. Там будет новый пищеблок. Там будет шикарный актовый зал, спортивный зал. То есть все современные, эта пристройка будет отвечать всем современным требованиям. Капсулу времени, в которой содержалось письмо для будущих поколений, заложили директор гимназии Татьяна Анашкина, глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов и глава Ленинского района Валерий Венцель. Эта пристройка гимназии – лишь один эпизод в деле строительства новых учебных заведений в районе. Мы в этом году еще введем дополнительно вот одну школу ввели на 1100 мест Лопатина, плюс у нас еще будет 3 школы, очень крупная школа в Боброво, мы ведем на 1375 мест, школа у нас Дрожжино на 550, и школа в Мисайлово на 1100. Такое большое, такие объемные школы обусловлены тем, что Ленинский муниципальный район прибывает своими жителями ежегодно по 10 тысяч. В начале следующего учебного года новое здание гимназии уже примет своих первых учеников. Дополнительный корпус полностью избавит школьников муниципалитета от второй учебной смены, а это значит, что после уроков у них появится больше свободного времени. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.